Израильские врачи опубликовали статистику, которая встревожила специалистов. Онкология сильно помолодела, особенно когда речь идет о таком распространенном виде, как рак груди у женщин. О том, как в Израиле лечат онкологию и что нужно делать, чтобы избежать печальных последствий, рассказывает Сергей Ауслендер. Онкология сильно помолодела за последние 10-15 лет. Рак молочной железы у женщин, например, стал встречаться гораздо чаще, чем раньше. Но это можно объяснить и большим количеством провоцирующих факторов и диагностикой, чьи возможности сильно увеличились. Другое дело – средний возраст пациенток. И вот это становится пугающей проблемой. Все чаще и чаще мы видим молодых женщин с диагнозом рак молочной железы. Если раньше это была категория 50+, то на сегодня отмечается существенное помолодение аудитории, если можно так выразиться, и все чаще женщины 40 с небольшим, а то и 30 с небольшим лет приезжают с диагнозом рак молочной железы. Проблема на самом деле принимает достаточно устрашающие размеры, объемы. Ежегодно в Израиле выявляют около 4000 новых случаев такого заболевания. Это очень много для совсем небольшой страны. Поэтому государство делает много для профилактики заболевания. Считается, что обнаруженный на ранних стадиях рак груди довольно легко поддается лечению. Например, при первой стадии дело чаще всего обходится даже без госпитализации. При ранней диагностике и при качественном лечении заболевание рака молочной железы излечивается почти в 95% случаев. И срок выживаемости женщин, срок безрецидивного течения увеличивается и увеличивается. Женщины обязаны знать, как на ранних стадиях диагностировать у себя, у самой подозрительное образование. Должны не стесняться ходить на диагностику. Именно ранняя диагностика позволяет выявлять до 1000 случаев в год так называемого нулевого рака. В строго научном смысле это еще не онкология, но в 20-30% случаев такие опухоли превращаются в классический рак груди. Поскольку наука пока не умеет вычислять, будет перерождение или нет в каждом конкретном случае, то в Израиле лечат все предраковые опухоли. Сергей Ауслендер, Хабар 24.